Важные вопросы о катаракте. После операции по катаракте нужно будет носить очки? Сегодня имеются хрусталики различных модификаций. Если пациент выбирает монофокальный хрусталик, то тогда ему требуются очки для дали. Если же выбор будет связан с мультифокальным хрусталиком, то очки не понадобятся, потому что эти хрусталики дают зрение на разных расстояниях. Эксимер. Клиника хирургии катаракты. 306-55-55.